Функционал книги идет от ее содержания. Материал разделен на три блока так, чтобы это было удобно использовать, искать нужное. Первая из трех частей полностью текстовая, историческая, рассказывает о том, как поэтапно возник и развивался брейк-данс. Книжка квадратная, поделена на главы. Начало главы также всегда уложено в квадрат вне зависимости от длины строки. Для экономии места абзацы отделяются лишь диагональной чертой. Колонн-цифры указываются на одной стороне, а под ними номер главы. Также все три книги связаны между собой перекрестными сносками. Если мы встречаем какое-то имя, книжка отсылает нас на вторую часть. Во второй части три главы: биография культовых людей в истории брейка, рассказы о культовых командах и глава про самые известные мировые батлы. Текст располагается в меньшей части книги. На большей части встают фотографии двух видов – черно-белые и тонированные. Если фото нету, то текст встает на две трети полосы. При появлении названия элементов танца сноска отправляет нас на третью часть книги. Здесь каждая глава – это направление в брейке. Фризы, топ-рок, пауэр-мув и другие. В каждой части собраны ключевые элементы. Есть текстовое описание, схема положения тела, фотографии поэтапного принятия позиции. На диагональном срезе – название элемента. Если знаешь название, то можно сдвинуть страницы и быстро найти его. Также имеется развлечение в виде подвижной картинки – выполнение бибоем элемента свеча. Абзацы и колонн-цифры такие же, как в первых двух частях.